Друзья, я думаю, ни для кого не секрет, что старинные вещи стоят очень дорого. Заработать деньги на продаже антиквариата, старинных монет, можно с помощью аукциона Виолити. Здесь можно посмотреть цены, оценить свой товар, открыть торги и зарабатывать на этом деньги. Все ссылки на аукцион Виолити и канал YouTube будут в описании под роликом. Всем привет! Получил сегодня письмо с аукциона Виолити из Украины. По пересылке проблем нет. Письмо пришло за 9 дней. Также на конверте написаны юбилейные монеты Украины. С этим тоже проблем нету. На таможенной декларации. Давайте вскроем и посмотрим, что же там внутри. Распаковал я конверт. И внутри 4 замечательные монеты. Давайте покажу их поближе. Первая. 2 гривны 2017 года. Посвящена великому художнику Ивану Айвазовскому. Такая очень красивая монета. Сами посмотрите. Следующая монета. Новинка 2018 года. 5 гривен. Посвящена новогодним и рождественским праздникам. У меня в коллекции присутствует монета с Николаем Чудотворцем. И это уже вторая монета, получается серия. Достаточно веселенькая монетка. Третья монета, это 5 гривен 2017 года, посвящена 500 лет реформации. Тоже очень красивая монета. В ближайшее время я буду делать обзор на все эти монеты. Красивая. И четвертая монета. Тоже новинка. 5 гривен 2018 года. Монета из серии области. И посвящена городу Киев. Такая достаточно красивая, интересная монета. Вообще серия эта очень интересная. По сравнению с российскими монетами и областями, здесь просто супер. Итак, что я хочу сказать. На аукционе Виолити можно покупать монеты. Проблем совсем нет. По доставке продавец отправил очень быстро. Я получил монеты за 9 дней. Все нормально. Если покупать одну монету, конечно, совсем невыгодно. Если покупать 4 и 5 монет, тогда можно купить дешевле, чем в Российской Федерации. Еще хочу сказать, что продавцов пока что по монетам из России практически нет. Но это, я думаю, ненадолго. Насколько я слышал, аукцион процентов с продавцов из России и Белоруссии не берет. Так что, кто первый будет продавать, как говорится, того и тапки. Конкуренции нету совсем никакой. Я думаю, что скоро будет много продавцов также и из России, и из Белоруссии. Потому что реально отсутствует конкуренция. И проценты, как говорится, аукцион пока что не взимает никаких с продавцов. Так что ссылочки на аукцион Виолити я оставлю в описании под роликом. Заходите сами, посмотрите, приценитесь. Посмотрите, может быть, что-то приобретете себе. Может быть, вы начнете, наоборот, продавать на аукционе. Все. Желаю всем удачи. Не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком. Все. Всем пока.